Твери большие ремонтные работы в нескольких детских садах находятся на финальной стадии. В частности, этим летом капитально отремонтируют кровлю в детском саду номер 118. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Различные работы, в основном косметический ремонт, проводились здесь неоднократно. Однако капитально крышу здания ремонтируют в первый раз. В последнее время она стала протекать, а из-за этого началось и повреждение фасада. Сейчас уже частично нам фасад восстановили. Кровля у нас планируется теплой, для того, чтобы в дальнейшем у нас не было наледи, для того, чтобы в дальнейшем у нас не было никаких сосулек. Ход ремонтных работ в этом детском саду в еженедельном режиме контролируют представители родительского комитета, общественники и депутаты Тверской городской думы. Посмотрели ход работ, реально делается на совесть, качественно. Стяжка будет бетонная, сейчас идет процесс армирования на крыше. Будут установлены отбойники от сосулек, то есть этот вопрос вот сразу учитывается. В принципе, ни одного замечания вот не было. То есть делают качественно, по технологии, идет полная подготовка сейчас к заливке стяжки. Подготовлены, вот мы видим, уже все на месте находятся стройматериалы. Работа по капитальному ремонту кровли в детском саду номер 118 планируется завершить к началу нового учебного года.